Большая часть ларьков и торговых павильонов Тюмени, которые были построены незаконно, снесены или демонтированы. За два года было обнаружено более 120 несанкционированных объектов. По части из них вынесены судебные решения, и владельцы выбирают сами, другие ликвидируют за счет бюджета города. Только в прошлом году на это потратили 750 тысяч рублей, но не все средства удается вернуть. Работа по расчистке города от незаконных строений ведется планомерно. Каждая управа последовательно решает свои задачи и отслеживает, чтобы торговые точки не появлялись в другом месте. Для владельцев это всегда потери, но юридических прав у них нет. Многие уже свыклись и считают, что в силу количество времени, которое они пользуются, что им никто же не запрещал раньше. Они там расположили какое-то свое имущество. Это все очень тяжело, но внешний облик города и порядок необходимо наводить все-таки. И здесь другого пути нет.